Где хранится в человеке доброта? В руках, в груди. Доброта хранится внутри человека, вот в голове. Доброта хранится в глазах. В сердце. В сердце. Внутри. В животе. Доброта хранится в мозгах. В сердце. В сознании. Частный комплекс непрерывного образования «Школа Эйдос» – это совершенно эксклюзивный, инновационный подход к образованию. В Эйдосе каждый ученик развивает свои таланты и внутренние ресурсы – память, творческое мышление, высокий уровень знаний по предметам, психическое и физическое здоровье. Профессиональная педагогическая команда воплощает мечту родителей об успешном настоящем и будущем их детей. Именно в Центре интеллектуального творчества, детском саду и школе «Эйдос» на протяжении 20 лет доказывают, что неталантливых детей не бывает.